Приветствую вас. Как мне видится, проблем у вас две. Первая проблема – это то, что распадается брак, и не совсем понятно, что вы собираетесь делать, с ним. С браком. Вот. И вторая проблема, это то, что вы не понимаете искренности мужчины. То есть считаете, что все мужчины, они нацелены только на выпить и переспать. То есть, что все мужики козлы. Да? По факту. Вот. Вот этот стереотип, его нужно менять. Далее. По поводу мужчины вашего, молодого человека, ситуация такая, что за его словами может скрыть как искренность, так и обман, то есть, стремление с вами переспать. То есть это, по сути, не так важно на самом деле, как то, что этот мужчина лучше вашего мужа. Просто лучше вашего мужа, как бы на фон. То есть, вот есть ваш муж. И ваш муж, он вам не нравится. Он вам не доставляет удовольствия. Он не приносит вам счастья, он не приносит вам удовлетворения. Да? Скорее всего, он и обращается с вами как-то негативно, как-то снисходительно, уничижительно и так далее. И вот вы говорите, что вам не хватает общения с молодым человеком. То есть вам не хватает ощущения себя женщиной. В этом и есть ключевой аспект, что вы хотите почувствовать себя женщиной. Возникает вопрос. Так а почему же вы не можете почувствовать себя женщиной? Всегда. Почему вы не можете чувствовать себя женщиной? Всегда во всем и так далее. По какой причине вы не можете чувствовать себя женщиной? Всегда и во всем. Понимаете, что вам нужен молодой человек, чтобы он дал вам то, чего вы хотите. Вот это ключевой момент. Также у вас есть определенная замыленность. То есть у вас есть эта зацикленность на мелочах определенная, да? Что он сказал, что вы сказали, что он сказал. То есть при этом происходит игнорирование интуиции. Понимаете? Игнорирование интуиции. Игнорирование того, чего хотите вы сами. Игнорирование того, чего хочет мужчина. Понимаете? То есть вот эти вот мелочи, кто что сказал, они засоряют ваше внимание. От них, соответственно, нужно избавляться. Это не главное. Мужчина судит не по словам, а по поступкам. Не потому, что он говорит, а потому, что он делает. Да? Да. Дальше. Вы пишете. Ага, значит, что замужем.
отношения распадаются, с мужем и желания сохранить нет. А почему же тогда, если у вас распадаются отношения, вы до сих пор с мужем? Как вы планируете дальше жить? Планируете ли вы разводиться, разъезжаться с мужем и так далее? Что вы планируете делать? Однозначно, сперва нужно отношения с мужем завершить. После этого необходимо побыть какое-то время одной, переосмыслить свою позицию, увидеть ошибки, как вам сказал мой коллега, которые привели к тому, что ваш брак распался. И после этого уже можно будет выстраивать отношения с этим человеком. Только так вы сможете воспринимать молодого человека как отдельную личность, а не как замену мужу, как вы видите его сейчас, не как объект своих потребностей. Понимаете? Далее. Значит, вы пишете, не понимаю намерения молодого человека ко мне. Ранее, вы считаете, что мы на основании того, что вы написали, можем понять намерение вашего молодого человека? Вы считаете, что мы можем понять, действительно ли у него есть чувства, только по его фразам, только по его, потому что вы описали? Ранее, вы серьезно так думаете, что психологи могут это сделать? Мы можем вам помочь решить свои проблемы. Мы можем помочь вам стать более сбалансированной, более гармоничной, более уверенной в себе. Это да. Но не говорить о чувствах другого человека. Обычно с моей работы мужчины, пишите вы, многие, не говорю, что все, хотят выпить и переспать. Ну и что в этом плохого? Я уже не понимаю и не вижу искренности мужчин. Искренность людей проявляется в поступках, во времени, в уважении к вам, в прислушивании к вам, в совершении поступков для вас. Вот это искренность. Он признается в чувствах, я просто начинаю понимать, что мне его не хватает, точнее его общения, просто быть рядом и общаться. Ну, понимаете, просто быть рядом и общаться, да, это, в общем-то, друзья. Это просто дружба. То есть, это просто дружба, по факту. И поэтому я думаю, что вы говорите все же о большем. Поэтому вам нужно не просто общаться, вам нужно чувствовать себя женщиной. Чувствовать себя более свободный, более, значит, ну, живой, более привлекательный, в конце концов, понимаете? Вот. Я думаю, так, поэтому ответить на ваши вопросы мне представляется возможным только после работы с вами, после проведения беседы с вами, после более полной истории о вас, о вашем муже и о вашем молодом человеке. Знаете, может быть, найдутся какие-то вещи, да, вот,
которые объединяют вашего мужа и молодого человека. Ведь когда-то вы и ваш муж тоже находились в такой позиции, что вы встречались, что он за вами ухаживал и так далее. Вот обратите свое внимание туда. Может быть, вы увидите сами схожие позиции. Если так, то отношения с этим молодым человеком приведут к тому же, что и отношения с вашим мужем. То есть повторение истории, повторение ситуации. Вот. Я полагаю, это так. Можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. А если честно, мужчина производит впечатление грамотного человека, грамотного, но не искреннего, потому что в том, что он говорит, мы справимся, да, и то, что он говорит, что только с тобой буду наслаждаться, что хотел поцеловать в щеку, но не осмелиться, это не вызывает у меня доверия, по крайней мере, в том, ну вот, как я это вижу. То есть, он, еще раз повторю, нужна более полная картина мужчины. Более полная. Как он ведет себя с другими людьми, как он ведет себя с другими девушками, были ли у него отношения, там и так далее. Знаете, может быть, он действительно такой, а может быть и нет. Но этого не узнать, это может узнать только вы. Для этого нужно продвигать свою модель поведения, свою позицию, свои цели. И тогда можно будет понять, мужчина ориентируется на вас или на себя. А для этого нужно быть уверенным в себе. А вот вы впечатление уверенной в себе женщины не производите. И, соответственно, в этом и кроется ваша проблема. Поэтому, вам нужно разбираться не в чувствах и поведении молодого человека, а в своих. Разбираться в чувствах и поведении молодого человека будете вы сами, когда разберетесь в себе. Понимаете? Ну, просто подумайте. Вот мы скажем вам, например, что да, мужчина искренен с вами. И что, вы ему поверите и начнете с ним в отношениях находиться? А если он вас обманет, кто будет виноват? Мы? А если вам скажут, что он не искренен, и вы его оттолкнете, а потом выяснится, что он действительно был искренен, как тогда будет? Потом мне кажется, что здесь вы немножко перепутали психологов и эзотериков в этом аспекте. Я для себя не вижу никакой возможности отвечать на ваш вопрос. Вот так. В том, что касается вас, да, пожалуйста, с радостью. Но в том, что касается другого человека, нет. С учетом той информации, нет. Никак. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.